На чемпионате мира по легкой атлетике среди параолимпийцев воскресенский спортсмен Алексей Кузнецов завоевал бронзу. В Эмираты съехались свыше 1000 атлетов из 116 стран мира. Было разыграно 172 комплекта медалей. В лучшей своей попытке Алексей показал результат 29 метров 68 сантиметров и занял 3-е место. Всего на 9 сантиметров россиянина обошел иранец и на 1 сантиметр серебряный призер из Греции.